Мир, в котором я жил, был прост. Друзья, девчонки, мечты. Лёх, ну ты видишь, что имеет значение? Бабки, тачки, они — это твоя наука. Хочешь такую же? Спрашиваешь. Все как у всех, пока не выяснилось, что таких миров 125. И те, кто в них живет, совсем не рады тебя видеть. Это ограбление! Друзья оказываются предателями. Мы так не договаривались! Лёху подменили. Это его плохая копия из другого мира. Страна другой. Товарищ, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Мам, кого, молодой человек, что-то хотели? Мама, это я. У меня нет сына, он умер давно. А одна из копий моего отца хочет захватить власть во вселенной. Посылай охотников во все миры. Надо ликвидировать мои копии. У них целая армия, а у нас кто? А у нас только мы. На этой флешке коды ко всем существующим мирам. Вы должны их взломать. Мы сможем спасти все копии, и вашего отца тоже. Мы тебя ждали. Папы? Здравствуй, сын. С тобой может произойти все, что угодно. Алиса. С ней лучше не ссориться. Еще немного. Я смогу менять пространство, время, жизнь, смерть. Нет! Если мы обнулим все это, значит, никто не умрет. Нам надо разобраться с ним раз и навсегда. Мы справимся. Я же говорил, он гений! Гений! Че, мы даже ведь не увидимся, да? Даже знать не будем друг друга. Мы из этого мира. Для нас ничего не изменится. Че, реально, что ли? Так что, тогда возьми что-нибудь из прошлого, винтажного. Битка побольше возьми. Биткоин бери, биткоин.